Хозяйства Орловской области убрали зерновые с площади, превышающей 700 тысяч гектаров. Намолотили почти 3,5 миллиона тонн зерна. Лидируют по урожайности Малоархангельский, Ливенский, Покровский районы. Калпнянцы убрали 80% от площади яровых, зерновых, крупяных и зернобобовых культур. В этом районе в уборочной участвуют 8 крупных компаний и 28 фермеров. Среди первых хозяйство Александра Смирных. Фермерством он занимается более 30 лет. Сейчас его хозяйство убирает сою. Собирать урожай будут еще месяц. Качество урожай в порядке. Но цену пока средние. Будем надеяться, что что-то изменится. Около 1500 гектар – это пшеница, ячмень, рапс, гречиха. Сейчас убираем сою. Следом сеем под зиму пшеницу. Пытаемся попасть в оптимальные сроки, которые уходят. Всего в Калпнянском районе собрано 226 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Калпнянский район по валовому сбору зерна входит в пятерку лидеров по области. А под урожай 2024 года уже посеяли почти 2,5 тысячи гектаров озимого рапса и более 17 тысяч гектаров озимой пшеницы.